вообще, получается, он тут первый дернулся. Вот этот дернулся. Выселковая 8. Девушка-водитель Джимни двигалась по крайней правой полосе. Слева от нее параллельно шел Лансер. Лансер, выходя спереди ведущей машины, начал совершать перестроение, ударил Джимника, чего тот влетел в мусорный контейнер, перевернулся и упал на снежный брустер. Приглашаем всех старых и новых друзей в ночной клуб «Ретро» на дискотеке для взрослых по новому адресу: улица Дальзаводская, 1, здание Латиноамериканского центра. Телефон для справок 269 59 90.